В образовательных и социальных учреждениях Ноябрьска будет усилен контрольно-пропускной режим. С просьбой усилить контроль к руководителям обратились городские власти. В пятницу в администрации прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Связано оно было с трагедией, которая произошла в Нарьян-Маре. 31 октября в один из детских садов проник мужчина с ножом и нанес смертельное ранение 6-летнему мальчику. В школах и детских садах Ноябрьска на сегодня есть охрана, сигнализации и видеонаблюдение. Власти рекомендовали директорам и заведующим провести дополнительные инструктажи и еще раз напомнить сотрудникам о порядке действий в различных ситуациях.